Всем привет! Вы на канале «Черный Волк». Арнольд Шварценеггер – легенда боевиков, политик, успешный спортсмен, а также многодетный отец. Всего у Арни 5 детей, 2 дочки и 3 сына. И в нашем сегодняшнем ролике вы узнаете, как выглядят сыновья Железного Арни и чем они занимаются. Патрик, старший сын Арнольда, родился в браке с Марией Шрайвер. Сегодня ему 27 лет. Он снимается в кино, работает фотомоделью и пробовал заниматься различными видами бизнеса. Патрик открывал пиццерию, занимался производством и продажей спортивной одежды. Он окончил университет Южной Калифорнии. Патрик старается поддерживать себя в форме, регулярно тренируется и следит за своим питанием. Тренироваться он предпочитает не с отягощением, как его отец, а с собственным весом. Кристофер – самый скрытный и непубличный из сыновей Арнольда. Кристофер, так же как и Патрик, родился в союзе Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер. Сегодня ему 23 года. Он закончил Мичиганский университет и в будущем планирует работать по специальности. Кристофер очень любит баскетбол и является ярым фанатом клуба Лейкерс. Сам же Крис не особо любит посещать спортзал, о чем свидетельствует его лишний вес. Джозеф Баэна – внебрачный сын Арнольда и горничной, которая работала в доме Шварценеггеров. Джозеф лишь на несколько дней младше своего брата Кристофера. О том, что его отец Арнольд Шварценеггер, он узнал лишь в 11 лет. С самого детства он активно занимался различными видами спорта – плаванием, играл в баскетбол. Джозеф оказался больше остальных сыновей похожим на Арни, как внешне, так и в любви к спорту. Он открыл свой тренажерный зал, сам усердно занимается и мечтает выступить на профессиональном соревновании по бодибилдингу. С отцом у него теплые отношения. Они часто общаются, а иногда даже проводят вместе тренировки. А что вы думаете о сыновьях Арнольда? Пишите в комментариях. На этом все. Не забудьте оценить видео лайком или дизлайком. Заходите в наш Инстаграм и до скорых встреч!